Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в машинки. И у нас цель выбить вот такую вот машинку за 5000. Ну что ж, давайте попробуем, выберем машинку. Я машинку выбираю сегодня мамонта. И попробуем на мамонте заработать побольше денег. А нужно нам где-то... дофига, короче, надо. Надо 1500 монет. Это как минимум. Как минимум 1500 монет. Чтобы выбить новую тачку. Ну а по-прежнему, как бы, мы не особо и много и получаем денег. Опа, все, ускорение. Спасибо, есть. Когда мы прям на них приземляемся, на этих зомбарей, то нам, ребятушки, дают такие неплохое ускорение. Просто кувыркаемся. О, этот самый... Билетики лотерейные, пожалуйста. Есть. Взяли лотерейный билетик. Давай, мамонт. Дружище. Крути педалями. Давай, крути педалями, дружище. О. Давайте здесь перейдемся. Все, хватит. Опа. Хорошо. Базу проезжаем. Третья база, кстати, уже нифига себе. Третья база. Так, едем. Сколько? 49 монет мы заработали. Так, лотерейный билетик. Ой, взорвался, я вонючка. А что ж ты такой не тот самый, как его? Что ж тебя клонит постоянно-то вправо? А? Давай, аккуратненько едем. Так, вот эти зомбари меня могут сейчас поймать. Опа, есть. Не догоните меня. Так, кувырочек. Ух, справились. Да, спасибо тебе, толстопуз. Что ты здесь стоял. Давай, да. А что ты метод скорость-то уменьшил? Давай, быстрее. Зомбари мешают. О, все. Турбо ускорение. Ух ты. Перевернулся. Так, все, теперь главное на ножки встать, хорошо. Ой, отлично. 4 коинс, ребята. Вот здесь прям хорошо мы будем сейчас зарабатывать денежки. Наверное. О, лотерейный билетик, вонючий. Есть. Сбили мы лотерейку. Будем надеяться, что что-нибудь нормально нам в лотерее выпадет. Да, нифига себе, я вот сейчас только понимаю, что 1500 монет набить. Это же очень-очень много. Это очень-очень много, ребята, 1500 монет. Вообще, нет, торможу. Так, давайте, ускорение быстрее. Опа, 5000 метров до новой базы, нифига себе. Опа, ай-я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 й. Нет, вонючки, меня поймали. Так, ладно. 3690 у нас пока монет. Давайте отбиваем. Отбиваем монетки. Посмотрим, что выйдет. Соточка. Хорошо, дальше. Так, еще у нас будет один лотерейный билетик. Еще соточка. Давай еще раз попробуем крутанем. Давай. Полтосик. Хорошо. А, получается, нам нужно около 1000. 1000 монет. Так, показываю, что мы можем кучу машин взять. Нифига. Но только вот это только за 3000. Скари Кроу. Ну, давайте его приобретем тогда. Почему нет? Давайте попробуем на вот этой машинке. Ох, нифига. Какой чувак крутой. Ну, поехали. Посмотрим. Это какой-то дед на тракторе. Ё-моё, что я купил, ребята? Я же хотел совсем другую машинку. Зачем я эту машинку выбрал? Ух ты, смотри, откуда у него этот огонь идет. Офигеть. Ладно. Так, давай ты мне хотя бы лотерейку... Ты лотерейку даже пропустил? Ой, вонючка. Какой-то зомбарь. Зомбарь на машинке. Да. Ладно. Давай теперь этот самый, как его... Отрабатывай деньги тогда, что ли? Ну, а куда деваться-то? С автоматом, а?
О, еще и взорвался. Да ну нафиг, давай. Аккуратно едь. Отбей. Есть, молодец, лотереечку хотя бы заработали мы, ребята. Вот такая вот машинка. Скорость. Ну, тоже скорость приличная у машинки. Я считаю. Ну, видишь, замедляется все равно, как и все. Как и все остальные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зомбари мешают конкретно, причем надо их отстреливать. Так, а те уже сзади мне прям дышат в пупок. Опа, фигушки вам, фигушки. Все, они отошли, убежали. Но это ненадолго. Такой вот у нас зомбарь. А, вон они бегут, смотри. Да, что же делать-то, а? Может, надо ему улучшение какое-то купить будет? Ну, улучшение там тоже дофига стоит, 2000 монет. У меня этих денег нет сейчас пока что. Опа, кувырок, два кувырка я, вонючек, сделал. Отстаньте от меня, зомбари. Оп, оп, отлично, хорошо. А, нет, 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 плохо приземлились, плохо приземлились. Нет, еще и сожрали нас. Сколько заработали, 100 монет? Офигеть, 100 монет всего лишь. Ладно, давайте крутанем колесо. Так, 25, мало. Давай 500-очку. Пожалуйста, 500-очку. Давай, 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 давай. Да, 500-очку, офигеть. Так, а сколько на улучшение этого, этой тачки стоит? Ох, нифига, не жирно ли 2000 монет? Ладно, поехали, поехали дальше. Ну, а куда деваться-то? Едем, едем, едем. О, лотерейный билетик готов. Так, делаем кувырок. Еще один кувырок. Есть, убили мы зомбаря. Так, две монеты всего лишь, ребята. Две монеты всего лишь заработали. Опа! Так, ладно, едем дальше. Нет, очень, конечно, долго эти монеты зарабатывать. Вообще. Ребята, если вы знаете, как в этой игре можно монеты заработать легко, то напишите, пожалуйста, это в комментариях. Но только это легальные способы какие-нибудь. О, птичку мы щелкнули. А, нет, ху, хорошо, чуть, ребята, я не перевернулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, едем очень быстро. Такой вот у нас чувак на тракторе. Опа, да, это, слушай, это знаешь кто? Только сейчас это дошло до меня. Это какой-то крестьянин. Он на тракторе сено везет. Прицепил автомат и решил ехать убивать вот этих зомбариков. Да, точно, точно, точно. Опля. Так, у нас третья база. Ага. О, лотереечка, лотереечка вонючая. Как всех попасть, а, вонючка, есть. Попали, лотерейный билетик взяли. Так, ну два лотерейных билета точно есть. Хорошо. Кстати, я только сейчас начал понимать, что основные-то деньги я заработал чисто на лотереях. Когда 500-очка мне выпадала несколько раз. Так, конечно, когда ты едешь долго очень. Ну, это, видимо, разработчики так сделали, ребята. Чтоб донатили игрушку. Опа! Так, все, у меня ускорение есть. Оп! Еще чуть-чуть немножко, и мы, ребята, мы супер... Супер взлет поимеем. Супер ускорение. Ой, зомбари мне мешают, а? Конкретно причем. Ладно, едем. Сейчас перевернемся. И давай двойную. Есть! Все, летим на максимальной скорости. Опа, все, щелкнули мы его. Так, лотерейные билетики, что-то я не увидел. Есть. Лотерейные билетики. Давай-давай, ускоряемся. Хорошо, ребята. Опа. Нет, эта вонючка мне помешала, да, типа? На вертолете. Так, здесь, как всегда, куча этих... Смотри, какой зомбарь странный, какие у него ноги, а. Так, 4 лотерейных билета, давайте попробуем выиграть.
Так, 250, спасибо. Дальше идем. Дальше, дальше, дальше. Полтишочек. И еще два у нас лотерейных билетика. Сейчас посмотрим, что выпадет. Давай, давай, 25. И давай еще 500-очка. Давай 500-очку, пожалуйста. О-о-о-о, нет, 500-ка прилетела. Нет, десятка, это очень мало. А, ладно, 2150. А, посмотрим. Подожди, назад. Что у нас с машинками есть? Что мы можем купить за 2000 монет? А, только вот этого чувака улучшить. Ну, давай сделаем апгрейдик. Либо не будем. Ладно, пока не будем делать апгрейд. А, пускай будет пока такой. Ладно, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.